Вокзал, прощание, вагон. Он так и взял и украл твой платок. Выхватил, вырвал прямо из рук. Такой себе хулиган. А я-то думал, остался со мною предлог. Завтра утром на телефон, ранний из Парижа звонок, мол, забыла, вернись. Ну или я за тобой, в первый скорый Ла-Манш, и я у твоих ног. Но нет, паразит-паровоз взял и шанс мой унес. Грустно стало немного, чуть-чуть. Я в ближайшее бистро и столик в углу, тот наш, капучино, ручка. Ой, нет, в этот раз карандаш. А лист огромной бумаги, наврал, конечно, А4 формат. И, конечно же, ты. Снова ты. Правда, всего лишь эскиз, но обещаю, будет настоящий портрет. А сегодня всего лишь набросок. Вышлю вдогонку. Жди большущий конверт. Но пока привокзальный бистро, капучино допит, мне грустно чуть-чуть. Этот поезд, дурак, утащил твой платок. Вот так.